Так, в этом видео разыгрываю $20, $10 получит человек, который правильно посчитает количество вот таких вот значков в этом видео, и вторые $10 получит человек, чей комментарий продержится 2 часа без единого лайка, но условие, что ваш комментарий должен быть осмысленный. А из всех, кто угадает значки, я выберу тот, кто первый это сделает, то есть человек, который первый напишет правильное количество значков. Результаты будут у меня в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь по ссылочке в описании. В этом видео я буду пытаться заработать на машину представительского класса. Ну, есть, правда, такой момент, не могу вам его не сказать, что представительским классом эта машина считалась в 88 году, но я думаю, что сейчас я получу от нее не меньше хорошего настроения. Вся история в том, что есть благотворительный фонд, в нем я состою уже несколько лет, и как раз у этого фонда есть благотворительный проект «Волга ПД». Я вам покажу эту машину, фотографию где-нибудь, куда-нибудь тут вставлю. Эта «Волга» как раз-таки приобреталась этим фондом, и сейчас они планируют ее разыграть в лотерею. Сегодня я звонила и спрашивала, есть ли возможность выкупить все билетики сразу, то есть там 500 билетиков по 500 рублей, то есть 250 тысяч рублей. Мне сказали «да», и мне даже доставят эту машину до Сочи. В принципе, у меня есть сейчас деньги, которые я могу перевести, но я решила, что это будет прикольно, если у меня получится заработать в онлайне, если я наторгую просто себе на машину. Ну, знаете, как из разряда ты что-то покупаешь, но в принципе денег на это не тратишь. Но суть в том, что мы не просто так решили купить эту машину, а деньги, которые будут выручены как раз-таки вот с этих лотерей, фонд направит помощь в две семьи, то есть там есть два больных ребенка, и как раз им и направят. Так что в таком случае машина является лишь приятным дополнением просто какому-то доброму, так скажем, делу. Я это вам не рассказываю для того, чтобы вы писали, ай, какие молодцы, там, благотворительность и так далее. Просто я вас призываю, может быть, вам тоже интересно направление благотворительность, если да, есть фонд «Путь детства», можете их найти в одной социальной сети, запрещенной в Российской Федерации. И, в принципе, там вы будете узнавать о всех поездках, которые проходят в детские дома, и даже вместе с фондом, если вы находитесь в Москве, вы можете сгонять в детский дом, помочь детям, что-то привезти, чему-то научить и так далее. Вот. Торговать я буду сегодня на бинарках, причем на аккаунте своего мужа, потому что у него депозит побольше, и, в принципе, он разрешил мне делать с этим депозитом, что я хочу. То есть я могу слить, я могу заработать и так далее. У него на депозите $6000, и поэтому там 4000 с 6 заработать не так сложно, как, например, 4000 с 1000. Почему я решила торговать именно на бинарках? Потому что для меня это самый быстрый вид трейдинга. То есть, да, я сейчас могу на Форексе открыть сделку, там пару дней поторговать, там на фьючах за пару дней наторговать, но здесь я надеюсь уложиться минут в 15. То есть мне хочется прям быстро, так скажем, решить эту задачу у себя в голове, поставить галочку и двигаться дальше там по своим делам. Ну, давайте, короче, будем просто переходить в площадочку и торговать, пытаться. Так, переходим в площадочку и начинаем, в принципе, свой анализ. Для того, чтобы нам словить плюсики, нам нужно прям подробненько все просмотреть, подробненько все изучить, так скажем, и проанализировать. Поэтому я посмотрю, что было дальше. Вот я даже уже сейчас вижу, что цена находится у уровня поддержки. Сразу приготовлю время. Так, 2 минутки. Мне нужен небольшой импульс вниз, чтобы открыться. В принципе, вот видите, здесь были тени, и значит, скорее всего, сейчас цена будет отталкиваться. Давайте я сразу вам проведу горизонтальный уровень, чтобы вы понимали, где этот уровень находится. Вот, и в принципе, мы можем заметить, что цена прям стремительно оттолкнулась от данной зоны поддержки, то есть был импульс за пределы этого уровня, и цена сразу пульнула вверх. Но до меня только сейчас доходит, что я прям не хочу так долго сейчас торговать. Мне, чтобы сейчас, блин, заработать 4000, мне надо просто тупо 10 плюсов в ряд словить суммы сделки $500, и если каждая сделка там будет по 2, по 5 минут, у меня на это убьется очень много времени. Поэтому я сейчас посмотрю, как цена будет себя вести, как вообще, что будет происходить на графике, и, возможно, перейду на одну из своих любимых стратегий, но опасных, сразу говорю. Торговля 5 секунд. Вот торговля 5 секунд — это реально прикольно, как казино просто. Кстати, я могу снять по этой стратегии разгоны минимальных депозитов несколько штук. Если вам интересно, напишите в комментариях, потому что стратегия... Я не помню, чтобы она меня когда-то подводила прям.
Вот сейчас что-то мне подсказывает, что цена хочет развернуться вниз. Но так как я взяла не совсем большое время экспирации, в принципе, эта сделка должна зайти почти гарантированно, но я бы открылась еще на понижение. Не, надо переходить на 5 секунд. Там подинамичнее будет. Так, включаю мнение большинства. Сразу готовлю себя к тому, что сейчас перейду на OTC. Да, здесь все идет как нужно. 5 секунд поставила и начинаю просто торговать по своей стратегии. Суть в том, что я ставлю просто против большинства. Я наблюдаю за графой, за шкалой и открываюсь. Так, большинство за повышение, я открываюсь на понижение. Так, сразу сходу на понижение. Открой 5-секундный таймфрейм, чтобы было более наглядно, так скажем. Против большинства. Так, против большинства. Так, здесь опять против большинства. Посмотрите, что творит. Вы просто попробуйте на демке, побалуйтесь, я думаю, что вам понравится. Так, мне буквально еще пару сделочек осталось. Я просто наблюдаю за шкалой, вы извините, что я вам ничего не рассказываю, мне просто хочется быстрее отторговаться, так скажем. Вот. Без остановки наблюдаю, когда достигает там 80%, вот как сейчас 90 с лишним, я открываюсь. И, как вы видите, стратегия отрабатывает очень даже неплохо. И вот они, мои заработанные $4000, ну там 3700, пофиг. Вот, в принципе, я аж даже немножко подвспотела, это максимально сконцентрированная работа. Я, конечно, могу снять отдельное видео, что это за стратегия такая. Результативность вы можете наблюдать сами, то есть просто бешеная вообще торговля получилась, тупо по той причине, что... OTC рисует платформа, большинство открывается наверх, значит платформа погонит этот график вниз. Я думаю, что все логично. Раньше не было возможности торговать по секундным сделкам, поэтому не было вот, так скажем, таких возможностей, как есть сейчас. Но я вас ни в коем случае не призываю так торговать на реальном счету, это может быть достаточно для вас проблематично. Давайте мы будем с вами выводить деньги. Я захожу в профиль, жму вывод средств. Буду выводить в крипту и потом через обменник на карту. Так, и сейчас с телефона вставлю, скопирую с телефона свой адрес и вставлю сюда. Так, все вроде верно. Блин, пин-код теперь надо еще узнать. Вот, все, заявка на вывод отправлена. Как только деньги поступают в криптокошелек, я сразу их через обменник скидываю соучредителю этого фонда, и они начинают уже готовить эту машину к выезду ко мне сюда, в Сочи. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!